Групп подтвердила правила игры? Да, самое главное захватить ядерное оружие, чтобы это не стоило. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будут обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских — ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон может быть и псих, но отлично знает, чего он хочет от осуждения своей цели. Дима, ты помнишь, в последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, у могилы неизвестного солдата? Помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди, люди осознали, какого здесь мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнают о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к EURONEXT обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, зажигаем IP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настояния, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, жми газ. Давай. Пошли быстрее. На меня! Через автопарк. Вниз на уровень Б, потом вверх по лестнице. Убери их.
Давай влево. Возьми по флангу!
знаем положение наблюдателей. Топор лично сообщи расположение патрона. Прием. Основной торговый этаж вон сюда. Огонь. Дай полиции загнать его сюда, когда мы его захватим, понял? Thank you.
конец, я... Того не можем оставаться! Мы должны следовать его приказу! Давай, Диму! Вперед давай! Нам нужно идти! Пошли! Что за херня, блядь? Это же пустышка, это не ядерное оружие, блядь! Топор лечь ему, где факел?